Дорова дягбу, айнын бидан. Эрэйнын умут, эудивторам хуккуттип. Бигар бул, Оксия Ивановна, фамилия Дичкова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем учить эвенский язык. Меня зовут Ася Ивановна, фамилия Дичкова. Эрэйнын тема гарбын, дягбу. Тема сегодня называется «Семья». Эрминамму. Это мой отец. Эрминамму. Это мой отец. Эрминэньму. Эрминэньму. Это моя мама. Ата. Ата. Бабушка. Этэ, этэ, дедушка. Акан, акан, старший брат. Но, младший брат. Экэн, экэн, старшая сестра. Но, младшая сестра. Аман, аман, отец. Энин, энин, мать. Ханни, ханни, это родственник. Абала, абала. Старший брат матери. Кокон, кокон, невестка. Этки, этки, свекор. Атки, хут, хут, сын. Ои, ои. Это жена брата. Нянта дух. Уктян мачак. Это разговор. Хинаманси гарбанни. Хинаманси гарбанни. Как зовут твоего отца? Минамму гарбан мика. Минамму гарбан мика. Моего отца зовут Михаил. Энинси нигарбан. Энинси нигарбан. Как зовут маму? Эньму гарбан уко. Эньму гарбан уко. Мою маму зовут Акулина. Асатькан девочка. Мальчик. Няри, няри. Аси, аси, женщина. Носагчан бой, молодой человек. Этикан, этикан, старик. Атикан, атикан, старуха. Хуркен, хуркен, парень. Халдибей, халдибей, старый человек. Эрэвину мумут эудивторам хукутти уроддып, те бахалдырик лавристала айчбиалры. Сегодня мы выучили слова на тему «Семья». До свидания, дорогие друзья!